Так, вот он автомобиль. Есть недочеты по бамперу переднему. А? Да не, я в видеосообщении. Шины. Так, переднее левое крыло. Сто восемьдесят. Капот. 300. 350. Откройте, пожалуйста, капот. Да, пока. Дверь передняя левая. Верочка. Крыло. Вот задняя левая дверь, точнее, извините. Вот крыло заднее левое. Семьдесят, 180. Вот. Крыша 100. Вообще я визуально вижу, что борт крашеный, если честно. Крышка багажника. Крышка багажника. Крыша 100, заднее правое крыло 190, 200. Так вот, чтобы там было все понятно. Вот следы от полировки осталось. Зерно окрас автомобиля. Видно, что не заводской. Крыло. Так, ну-ка, лобовую часть. Сводка. Электропривод, все рабочее. Проемы. Салончик. Руль перетянутый. На лонжероне вода, непонятно, что там, но вроде так ничего такого я не вижу, но тем не менее, во льда куча, откуда, что это, ну ладно. Допустим, что долго стоял, накапало. Салон.
Багажник. Багажник. Соринка вот покрасил. Ну, прям я вижу, что видно окрас. Давайте что, заведем? А? Заведем машинку. Заводился теплый. А он заводился же, мотор.